А вот для решения проблем экологических одних лишь видеозаписей будет недостаточно. Нужны в дополнение более весомые факты, чтобы наказать виновных. Так, загрязнение акватории Байкала вредными микроорганизмами стало поводом для закрытия сразу 30 турбаз в Иркутской области. В основе решения – выводы природоохранной прокуратуры. Специалисты ведомства провели масштабную ревизию. Длилась она весь прошлый год. Итоги проверок удручают. В местах интенсивного расположения турбаз вдоль береговой линии качество байкальской воды стало хуже. В некоторых районах вредных микроорганизмов больше положенного в сотни раз. Кроме того, что теперь закрыты 30 туристических баз, уже принято решение и о сносе 7 незаконно построенных домов отдыха. В качестве компенсации за выявленные нарушения с организаторов такого неэкологичного бизнеса взыскано 5 миллионов рублей в пользу местных бюджетов. Всего же только за прошлый год в суды было направлено 73 иска по поводу работы объектов, которые нарушают природоохранное законодательство.